Приветище! Это Человек-паук 2, и мы продолжаем. Значит, в прошлой серии мы отобрали у Генри Венома. Теперь я черный Человек-паук с силами симбиота. И это круто. Помимо этого, Крейвен, это злой Сережа, который охотник главный, похищающий мутантов, выпустил на волю ящера. Он вколол в него сыворотку. Тот превратился в ящера, ну, тот самый ученый. И теперь нам эту ящерицу нужно найти. Она сбежала. Что случилось? Охотники уже не первый день сюда приходят. Простите, что не выручил. А. Вы не знаете, что это за древний нож? Он меня чуть не убил. Я не могу тебе помочь. Я уже видел этот символ. Уходи! Стойте! Я защищу вас от охотников. Меня не они беспокоят. Я надеялся, все это осталось в Волгограде. Пламя вспыхнуло. Теперь он здесь хозяин. Крейвен? Кровинов. А, так его не Крейвен, а Кровинов зовут. Сережа Кровинов? Пламя вспыхнуло. МДЖ сказала, ты чуть не умер. Как себя чувствуешь? Привет, Майлз. Вообще-то, превосходно. Я должен был... Погоди, правда? Представь себе. Слушай, я перезвоню. Хочу на огонек заглянуть. Ладно. Да, почувствуйте мою мощь. А еще смотрите, что могу. Ю-ху! Веновские штучки. Еще человека-паучковые. Класс. Получай. Снайпер? Здесь есть снайпер? Кто сетки метает? На крыше кто-то сидит, что ли? Непонятно. А, он на стенке сидит? Иди сюда. Наконец-то я этого снайперюгу нашел. К стеночке его, к стеночке. Получай. Лезут и лезут эти охотники. У него паутина. Причем она черная у меня. Не просто паутина, а черная паутина. Симбиотом. Что они там делали? Надо, наверное, это потушить вот тут кострище, нет? Пусть горит, типа. Вот купили они. Водка из Волгограда? Похоже, у них какая-то вечеринка. Интересно, что отмечают? А мне приглашение не прислали. Но когда это меня останавливало? Паучок обиделся. Там вон уже снайпера меня ждут. Зеленые лазерные указочки там. Давай, ну чё, вен... Когда я стал Веномом, я стал более неуклюжим каким-то. То все не могу, то это не могу. Готов? Того достанем? Достанем. Сейчас сделаем... Сделаем... Вот что. В смысле ты не сделала? Ладно, тогда сделаем так. Хотел паутинку протянуть, но не вышло. Мэрия дала разрешение на костер. Вот так. Где другой? Получаю ящичку. Ты пришлепнись туда. Ты выжил? Как ты выжил-то? Я его еще к стенке хотел пошмандарить. О, привет. С тобой надо вот так вот. С тобой надо вот так вот. А с тобой вот так вот. Все? Иди сюда. Целится он в меня. Негодяй очкастый. Спасайте, и по роже получила. Готово. Наконец-то со всеми разобрался. Посмотрим, что они замышляли. Мы что, через дверь зайдем? Серьезно? Ва. Веновскими штучками. Там, блин, такая цепочечка маленькая. До этого паучок их легко ломал, а тут с Веномом еле-еле разорвал. Что-то не так с тобой, паучок. Они завозят сюда всякие деликатесы из Волгограда для этой тусовки?
Да для Сережи, для Сережи. Поставки должны прийти куда-то поблизости. Летного поля тут нет. А вот доки есть. Тут должны быть зацепки, как найти Крейвена. Пойдем искать Крейвена тогда. Я думал, мы ящер должны найти. Но, видимо, он не такую опасность сейчас городу представляет, как Крейвен. Мы же в доках недавно были, да? Не заставляй меня повторять! Говорю же, больше ничего нет! Где остальные поставки? Пожалуйста! Парню нужна помощь! На помощь! Сейчас организуем, не проблема. Воровать у Крейвена это смело. Сколько охотников, это доводки и икры. Будет нужно, я сделаю еще больнее. Да, жрачка моя на вечер будет. Что у нас? Вот зачем Крейвен это устроил? Это бессмысленно. Кто-нибудь! Здесь только мы. Тебя никто не слышит. О, подойдет сейчас сюда. Я хотел на него крюк свалить. Злодеев, ну? Вот он. Отрывается? Значит, надо на тот контейнер как-то попасть. Тихо! Блин. Такой маневр. Это человек-паук. Блин, как я обосрался просто вообще. Ха-ха-ха, промахнулся, чувак. Так, эту штуку надо опустить. Ой, я как-то умудрился увернуться и врубил супер добивание. Давайте я отнесу посылку вашему боссу. Только скажите мне, где он? Спускайся к нам, паучок! У нас с ним есть неоконченное дельце! Ему здорово досталось. Докер, алло. Тихо, тихо. Вам крепко Черт, досталось. Я его запутал своей паутиной. Я помогу. Прикольно, она так прилипла. Прошу. Есть одна рядом. Все будет хорошо. Я думал, они меня убьют. Что они хотели? По пути сюда пропала часть груза. Они думали, его взял я. Ну, а я думал, ты реально выпил половину его бутылок водки. Значит, это не так. Вы в безопасности. Итак, куда доставить? 718, Кент. Пойти по адресу Кент. Каково сейчас Гарри без своего костюма? Адрес Кент. Привет. Как самочувствие? Двусмысленно звучит. Я в порядке. Что происходит? Крейвен Кровинов устроил вечеринку по адресу Кент 718. Я туда загляну. Похоже на какой-то клуб. Держись, я уже близко. Что, заработались? Надеюсь, наш VIP здесь. Сегодня они злее обычного. Просто не провоцируй их. Как ты хочешь зайти? Через кухню. Переоденься. Классический Питер Паркер туда не впишется. Жаль, что мой смокинг в химчистке. А? Что? Ух ты! Я шпион. Прикольно. Шпион-паук. Всегда мечтал быстро переодеваться. Сказал, что костюм превращается в смокинг. При мне он так не делал. Эй, ты, поди сюда. Отнесешь охраннику Кровинова. Охраннику? Диме, иди. Я так понял, тебя приставили к делу. Ага. Не буду мешать. Пойду искать Диму. Питер Паркер теперь официант. Ну и быстро они едят. Слушай, почему они, кстати, Венома называют костюмом? Это же живая какая-то субстанция все равно, этот симбиот. Он, конечно, еще, видимо, не проснулся, потому что он никаких признаков не подает, типа, я скучно. Типа вот таких вот разговорчиков и все такое. Я хорошо выгляжу. И чувствую себя прекрасно.
Я такой в смокинге, а охотники такие, в чем попало. В драных штанах, рубашках, жилетках, кожаных. Прикольно, тигр. Что, мне сюда надо? Куда мне вообще идти? Надо Дмитрию вообще это все дело отнести. Разрешите пройти? Простите. Интересный выбор. Напоминает ему дом. Бедный мальчик. Плечом бортанули. Как он только не выронил под нож. Шевелись или пожалеешь. Кому, тебе что ли надо нести? Я тебя уже видел, ты только что бортанул азиата там. 300-летним дротиком никого не усыпишь. Ты так в этом уверен? О да, покажи. И ему покажу. Да? Держи его. Пусть дергается. Я давно выдохся. Да ты даже не знаешь, как в нее дуть. Охотник учится быстро. Сладких снов, мой друг. Эти охотники озверели. Не верится, что костюм меня послушал. Вот бы у моего костюма был такой нейронный интерфейс. Я бы мог работать с Гарри как герой прямо из отпуска. Нейроинтерфейс. У твоего костюма мозги есть вообще-то. Да, наверное, там администратор. К нам уже прибыл щитоносец. Да, он в той комнате у камина. А господин Кровинов сегодня будет? У меня к нему... Ну да. Черт, Крейвана тут нет. Щитоносец? Хм, звучит как должность телохранителя. Я его голыми руками разорву. Он не твоя добыча. Ты убьешь его. Давай, мочи его. Е-е-е. Что? Уйди. Ладно, ладно. Блин, я тоже бой хотел посмотреть. Чую. Вот так вот, всегда с официантами. О! Это вот этот щитоносец? Наверное, он. Что ему там пожрать принес? Ваш заказ, сэр. Кусок мяса просто сырого. Что это такое? Мне велели отнести это блюдо телохранителю мистера Кровинова. С чего ты взял, что это я? Вы ведь, ну, большой... Дима очень голоден. Иди-ка ты отсюда. Забавно. Я как раз и собирался. Погоди, Дима, это тигр, что ли? Телохранитель, это тигр? Комнату. Надо найти. Ну, типа, сырой кусок мяса. Если это просто щитоносец, какого же размера Дима? Я боюсь. Я больше не хочу его обслуживать. Поставил тарелку и ушел. Все просто. Вот увидишь. Посторонись. О, простите. Не извиняйся. Уйди. Посторонись. Это кошмар. Если мы напортачим, нам крышка. Посторонись. Нет, нет, постой. Зачем мы встали прямо перед дверью? Я же сказал, постой! Не говори! Я вообще никого не трогаю! Давай! Заткнитесь оба! Подберите все и пошли! Блин, почему этот официант, который пер на Питера, просто не мог его обойти? Просто вот ехал на Питера. Он сам виноват вообще. Дима! Димусик! Найти Диму, найти Крейвена, найти эту жуткую сыворотку ящера. Легко. И кто же там? Откроем двери. Зря я кусок мяса, конечно, не взял. Это реально тигр. Это случаем не ты ли, Дима? Черт. Ну, вот почему это меню тайное. Кого-то давно не кормили. Тигр. Ну и ну. Мне кажется, кусок мяса был предназначен не для тигра. Чтобы он не зарился на паучатину. Тигру был предназначен официант. А, нашел. Что-то тут должно помочь мне найти Крейвена.
Но сначала надо достать фартук. Фартук? Какой фартук? Блин, иногда я Питера не понимаю. Какой фартук? Вижу стейк. Но с этого угла мне его не стащить. Так мы сейчас паутинку липанем. Так, куда бы ее только прицепить? Опс. Это было глупо. Я не так сделал, как хотел. Вот, что я хотел. Есть? Еда, достойная русского тигра-охранника. Звучит странно. Да блин. Надо бы немного приправить это мясо. Где там спящий охотник? Приправить? У нас спящий охотник есть? Вон туда? Прикол. Сколько тел рядом с тем охотником? Кто-нибудь слышал? Я сейчас что, реально охотника стырю или что? Украсть дротик. А, вон что я. Вот про какие специи он говорил. Это наш секрет. Диме пора спать, а Питеру ползти. Если не сработает, он сможет перекусить только... мной. Привет, Дима. Я здесь. И принес вкуснятинку. Шефа паучка с любовью. Муа! Крейвен слишком крут до своей же вечеринки. Осмотрюсь, вдруг он оставил сыворотку ящера где-то тут. Сыворотки ящера тут нет. Но что это за зелье? Тут вот на столе еще что-то есть. Не знал, что в охоте так много смыслов. Наверх вообще подняться можно. Сыворотки нет. А эти вещества для химиотерапии. Неужто Крейвен ее проходит? Для него химиотерапия — это просто витаминки. Что написано? Пора молиться. Моя мама всегда начинала охоту этими словами. Другие посвящали ночь пиршествам, упиваясь до беспамятства. Но только не мы, не Кровиновы. Для нас охота была священным ритуалом. Долгом перед высшими силами. Хищники заставляют слабых стать сильнее. «Мы формируем мир», — говорила она. Собравшись в часовне при свете свечей, мы ели куличи. И чувствовали предвкушение, растущее изнутри. Готовились почитать предков, ощутить их кровь в своих жилах. Мамы больше нет, но я продолжаю чтить традиции. Огни зажжены, церковь готова. Сегодня я буду молиться, надеясь, что в последний раз. Мы начинаем охоту, и если я не вернусь, это будет к лучшему. Церковь готова? Церковь Святой Софии в паре кварталов. Думаю, Крейвен там, и сыворотка тоже. Надо бежать. Подожди, вот здесь вот что-то еще лежит. Мы с ним едва разминулись. Это его семья, Кровинов? Крейвен молился? Реально, древо Кровиновых. Спи, Дмитрий, спи. Можно его погладить еще на прощание? Крейвен завел себе тигра? Логично. Какая прелесть. Дима. Ты
О-оу. Все не так понял. Брать живьем! Ну, у кого кишка толстая? Ладно, костюм. Покажи, что ты умеешь. Гарри не рассказывал о таких ощущениях. Это я утонул. Точнее, симбиот активировал его максимальную мощь. Ёлки-пак. Мощь симбиота значительно усилит ваши атаки в период своего действия. Для ее применения требуется полная шкала симбиота. Окей. Какой сильный! Так, вот это вот хочу. А, все. Сила кончилась. Он как будто знает мой стиль боя. Я теперь сам себе армия. Это затягивает. Опа, гранатометчики пришли. Бах тебе! Открыть огонь! Ха, не открыл ты нифига. О, как ты умудрилась меня ударить, девочка? Да елки-палки, что происходит? Простите, но эта вечеринка окончена! Нет, лежи. Ворот. Ну как я вам теперь? Ты крут, крут. Вот это вот не круто было. У меня все закончилось. Ладно, врубаю примочку. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Да блин, хотел примочку врубить. Вот так вот. Красиво вышло. Она встанет? Нет? Иди полетай. О, я к тебе сейчас приду. Привет. Вернулся. Гранатометчик, его надо. Блин, это громила. Ой-ой-ой-ой. Вот так вот мне надо. Подлечимся. Еще есть стрелы, офигеть. Ловите. Теперь вот так вот еще вас оглушу. Лежи, 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 не вставай. Хорош. С громилом только так и надо. Ты тоже полежи. А, не успел. Я хотел сделать вот так вот. Че, здесь все? Мне нужно в церковь, скорее. Так бежи. Через дверь, конечно же. Весело. Сзади. Этот чувак должен был сказать, ты просто не так все понял. Это не я. Приложи лед. Пит, ну что там? Крейвена пока нет, но вроде я знаю, где он. Как костюм? Странно, он как будто меня знает. Не волнуйся, я обо всем позабочусь, обещаю. Все тихо. Нифига себе. Что? Это щитоносец был? Реально это он. Он мне инжекторы сломал. Все, паутина вернулась. Это а, ты? Все? Я так и думал, что мы с тобой еще свидимся. Получай. Я бы хотел познакомиться поближе, но у меня еще есть дела. Давай, влази. Понимаешь, оттуда. Твой босс задумал что-то нехорошее. Это мой город, а не его джунгли. Он убил Ой. Скорпиона, выпустил ящера. Пырнул меня от всей души. В копье будто генератор импульсов. Я хочу с ним поговорить, особенно о последнем факте.
Ну давай, давай, давай. Его, короче, только парированием побеждать. По-другому никак. Ломи покрепче. Вот так вот, вот стеночку. Надо, короче, симбиот зарядить. У меня есть силы? Нет, у меня нет сил симбиота нельзя, пока. Чтобы гаджеты снова спеклись. Они не заряжены. Блин. Давай, давай, давай. Не успел. Хорош. Так вот. Опять они? Получай. Выйди сюда на свет, а то не видно ни черта. О, помощники прибежали. Успел парировать. Думаешь, это его остановит? Ловите, ребята, вот так вот вас. О, хорошо. И вот так вот теперь. Все, щитовод кончен. Слюни летят просто вообще во все стороны. И это все? Ага, теперь нам в церковь нужно. Как раз куда мы и шли. Я пришел за сывороткой для доктора Коннорса. Ты меня выследил. Хорошо. Посмотрим, хватит ли у тебя сил довести начатое до конца. Ты человек, но... Я чую зверя. Ой-ой-ой, это плохо. Выпусти его на волю. Я просто хочу спасти друга. Закончим в другой раз. Блин, ну вот, теперь Кровинов знает слабое место симбиота. Последняя охота. Будет прикольно, когда Пит избавится от симбиота, тот будет бить в колокола, ему пофиг. Ты принес? Посмотрим, какой у нее состав. Так, я совместил сыворотку со старыми образцами крови Коннорса. Если уничтожить атомы, блокирующие рецепторы ящера, мы сделаем антидот и будем в шоколаде. Как клубнички. Как умные клубнички. Ой, это ну плохо. Ну что, как тебе костюм? Хорошо. Даже отлично. Только к нему надо привыкнуть. Это да. Хочу как следует его испытать, когда все закончится.
Осталось немного. Я тут уже почти все. Быстренько относительно. Вот так вот. Ура! Ура! Стой! Тебе не кажется, что структура нестабильна? Можно было бы стабилизировать ее пучком электронов, но для этого нужен ускоритель частиц! Это как стричь волосы дробовиком! Адская стрижка! Там в нем что-то сбоит, но можно рискнуть. Никаких черных дыр, никаких черных дыр. Из-за перепада давления перекосило среднюю часть. Отсюда не починить, надо лезть внутрь. Эй! Эй! Ты что делаешь? Костюм защитит меня, так? Питер, я что-то не уверен. Расслабься, будь как протон. Чего? Будь позитивным. Протон же позитивный. Ладно, это физика. Так. Ну что, каков ускоритель частиц изнутри? Супер! Ты должен залезть сюда, как получишь костюм. О, это первое в моем списке. Что будет, когда я скорректирую структуру? Если все остальное в порядке, то ничего. Можешь вылезать. Гарри! Он заряжается, но луч непредсказуем. Стабилизируй его магнитами. Как? Просто найди лучшую точку. В ускорителе частиц не бывает таких точек. Теперь другой. Вот так, порядок? Впереди последние магниты. Если ты их не стабилизируешь, мы уничтожим сыворотку. Понятно. Не сотри мне библиотечные карточки. Не задень луч. Дальше. Офигеть, кто бы мог подумать, что буду в ядерном коллайдере бегать. Ты справился! Вылезай! Что это? Наверное, статический разряд. Значит, ускоритель работает, башковитая ты клубничка. Все нормально? Антидот, считай, у нас в кармане. Значит, у костюма чувствительный слух. Видимо. Что случилось? Опять статические разряды. Но ускоритель еще работает. Сыворотка цела. Пожар! Ты с той стороны, я с этой. Понял! Так, чтобы тушить небольшие пожары. Окей, как это сделать? Подойдет. Так, хорошо. Статические разряды, видимо, сожгли противопожарные датчики. Я запущу их вручную. Противоядие еще делается? По идее, да. Но если огонь повредит ускоритель, все пропало. Зачем я сюда запрыгнул? Спасибо законам термодинамики. Как ты там, Гарри? Обхожу все известные людям блокировки. Живу свою лучшую жизнь. Я тут подумал, в каждом великом начинании случаются неудачи. Это была наша. Не сгладь нас! Разберемся! Че, все? Все под контролем. А Гарри цветочки и полку. Все потушили.
Сработало! Тогда выключай, а я заберу антидот и найду доктора Коннорса. Не так быстро. Отключение проходит в 67 шагов. По-другому нельзя, не то испортим антидот. Значит, придется ждать. Есть хочешь? Я могу сгонять за пиццей. Выключи его и достань антидот. Я разберусь. Ребят, как у него время? Я только пиццу хотел поесть. Я думал, между нами связь. Не ты один его добыча. Ты брали? Говори, где он? Я думал, это будет трудно. Вот так вот, давай. Отдыхай. Мы не упустим его еще раз. А может, не надо? Очень не люблю, когда толпа. Я думал, Крейвы находятся только на суперзлодеях. Зачем они тут? Наверное, они выследили меня, когда я украл сыворотку. Прости, Гарри. За что ты извиняешься? Я не волнуюсь, у тебя же костюм. Надери им зад. Вижу цель. Как твои успехи, Гарри? Перевожу лучик в запасной тоннель. А у тебя что? Ну, мне дали отсрочку по студенческому займу. Я просто дико рад. Он в воздухе! У нас успехи! Осталось лишь 30 шагов до создания противоядия! Здорово! А то тут ни конца, ни края не видно! Ты справишься! Все, щитоносец остался. Правда же? Ты один остался? Ладно. Сделаем так. Готов? Отлично. Он почти выключился. Я вырублю его и заберу антидот, а ты уходи отсюда. Не могу. Только я один. Береги! Сообщите Крейвену. Крейвен с тобой позабавится. Гарри! Хорош. Ну чё, у меня появился взрыв симбиотов. Вам нужен я? Да пожалуйста. Это что было? Я не знаю. Я просто... Этот костюм. Ты цел? Вроде. Я пойду в щитовую и закончу оттуда. Ты в порядке? Да. Просто чудесно. Ну же, давайте. Крейвен, молодец, что не пришел. Готово, со всеми разобрали. А нет. Не со всеми. Ну чё, ребят, ловить. О, хорошо. И вот эту штучку бы подобрать, а ее больше уже не подобрать. Быстро со всеми расправился. О, Миша. Я не знал, что здесь водятся медведи.
Слушай, пока мы не начали, я должен тебе кое-что сказать. Я съел весь мед. Ой, жесть. Вот это он затроллил его. Этот, главное, остановился, Миша, и послушать его решил. Да ладно. Смешная ведь шутка. Знаешь, мы быстренько тут все починим. Может, даже оставим что-то в память, а? О, черт. Похоже, стрелы повредили защиту ускорителя. Луч разрушает тоннель. Можешь его отключить? И что с противоядием? Еще делается, но пора держать кулачки. Следующий. О, хорошо. Получай. Какой толстый Миша, блин. Иди сюда на свет, а то там ни черта не видно. Ну! Парируй! Готов, наконец. Какого? Не люблю толстых типов. Ну, в смысле, толстокожих, которых не пробить. Прекрасно. Батя будет очень зол, что мы разнесли его лабораторию. Уходим! Ну да, это Говард прилетел. Ты не ранен?
Я цел. Мы целы, но наш фонд... Это мне сейчас не важно. Ты точно в порядке? А говор-то не сухарь. Да. Посмотрите, уцелело ли что-нибудь? Мне нужен подробный отчет об ущербе. Да, он прав. Фонд сейчас не главное. Что? Это наша мечта. И мы ее не оставим. Но в первую очередь нам надо найти доктора Коннорса и вылечить тебя. Все получится. Ну что ж, на сегодня это все. Если тебе понравилось, то не забудь поставить лайк и подписаться, если ты еще не подписан, чтобы не пропустить следующего ролика, на котором мы с тобой и увидимся. До встречи. Ах, класс. Оставьте сообщение. Где тебя носит, Пит? А, Ганке?